В сети стало популярным видео, как 35-летний принц Гарри постоянно поправляет волосы жены. Эти жесты умилили 36-летнюю Ксению Бородину. Ведущая «Дома-2» поделилась видеозаписью с различных официальных мероприятий, в которых участвовали герцоги сассекские. Это произошло до того, как супруги объявили о сложении полномочий членов британской королевской семьи. Принц Гарри на публике демонстрировал свою любовь к жене, дотрагиваясь до ее волос. Так, на одном из кадров он поправил локоны Меган Маркл, собранные в конский хвост, после того, как ей на шею надели символическую медаль. На другом фрагменте ролика герцогиня Сассекская пострадала от сильного порыва ветра. Принц Гарри заботливо пригладил ее развивающиеся волосы, эти публичные знаки внимания умилили Бородину. «Заботушка, переживает за волосы все время», написала Ксения. Ролик стал вирусным в сети. Одни поклонники пары заявили, что у Меган есть крепкая поддержка в лице любящего мужа, другие же высмеяли подобное проявление чувств со стороны принца. Ранее Светлана Лобода удивилась разительным переменам в облике Меган Маркл после того, как на нее обрушилась с критикой британская общественность. После мигзита о ситуации иронично высказался муж певицы Валерии, Иосиф Пригожин. Он потроллил Меган Маркл. Известный российский телеведущий Иван Ургант назвал принца Гарри подкаблучником. Герцогиню Сассекскую заподозрили в причастности к последним скандальным событиям в монаршем семействе – разводу старшего внука Елизаветы II.